Конечно, идея бессмертия, она очень привлекательна, но я думаю, абсолютно неосуществимая, и слава богу. Я думаю, что жизнь, она сама координирует вот все эти процессы, связанные с нашим пребыванием на этой планете. И сколько бы мы ни старались, в общем-то, на какие-то наши великие достижения, Земля, космос, я не знаю, как сказать, Господь, он будет реагировать соответственно. То есть мы побороли чуму, пришел СПИД, мы что-то стали соображать в генной инженерии, но мы не знаем, каким образом это все скажется на последующих поколениях, будет ли это хорошо или плохо. Поэтому я считаю, что научные разработки обязательно должны быть, но я думаю, что нам стоит жить, исходя из того, что все мы смертны, вот, и, в общем-то, готовиться к встрече с Господом по возможности с чистой душой и совестью. Это главное, что, чем нам следует заняться на этом свете и, в общем, о чем всерьез стоит беспокоиться.